Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Гейманч Суслов о ламинине. Я за 3 года работы в ламинине и 22 года общей жизни и работы в интернете вывел для себя закон. Зарабатывать можно и нужно, прилагая усилия в одной точке. Нужно бить в одну точку, в тот проект, где под названием «От добра добра не ищут». Вот я перебрал более 100 проектов за последние годы, ну там 5-7 лет может быть. То, что я сам создавал в конце 90-х, работало 8 лет, работало изумительно. Это была промышленная тема, это очень серьезная большая тема была с оборудованием на Китай. Закончилось, я переключился на внутренние варианты заработка. Это YouTube, год почти изучал высоко, вернее, очень глубоко. Но меня больше интересовало, что нельзя, чем нельзя. Что нельзя, понятно. Пиши авторские ролики, для этого нужно быть, наверное, в скобках полугением-гением, для того, чтобы у тебя миллионные просмотры были каждодневно, тогда это будут серьезные заработки. Но я всегда зарабатывал большие деньги. И меня интересуют в интернете большие деньги. Что для меня большие деньги? Ну, хотя бы, как я говорил ранее, 10 тысяч долларов в месяц. Хотя бы. Конечно, идеально ближе к 100. Но практика показала, что до 50 зарабатывать можно в подобных проектах, в сетевых проектах, если в них работать год, два, три, пять. Потому что первые годы, как правило, это взлеты, это десятки тысяч, возможно, на первом месяце, на первых месяцах, первый год, потом идет спад, и мы начинаем разбегаться. Так показала практика. Вот в этом слаще, в этом лучше, неправда. Хорошо там, где, как говорил ранее, где хорошо, где от добра добра не ищут. Если проект сетевой, это гарантия долгой жизни. Второй фактор очень важный. Долгая жизнь данного проекта – это хороший продукт. Ну, в ламинине выше крыши. Первый раз я произнес название моего продукта. Но начинал я даже не с заработка и не с поиска заработка, а с того, чтобы найти тот продукт, панацею, если угодно, который бы позволил мне жить долго и быть здоровым со всеми моими болячками. Я нашел. На главной странице вы можете посмотреть этот ролик, перейдя, где я давно уже писал, год-два назад, может быть, о том, что мне дал ламинин за 11 месяцев приема его и какие болезни, априори неизлечимые современной медициной, я убрал благодаря ламинину. Поэтому с этой точки зрения совесть у меня абсолютно чиста, продукт предлагать можно кому угодно, тем более он внесен в 2015 году в настольную книгу врачей мира. Вот она. И продублирован. Вчера пришла эта информация 3 февраля 2016 года о том, что вот мы смотрим снова описание. Большое расширенное уже из Америки. Об этой книге «Настольные врачей». И вот ламинин в этой книге подтвержден на 16-й год. А это означает, что десятки тысяч врачей Америки и уже мира, а это уже сотни тысяч врачей, рекомендуют с чистой совестью данный удивительный продукт. Я сейчас не вдаюсь в научную часть, хотя год изучал биохимию, есть что сказать. Мало того, я год проверял активно на себе. И то, что я убрал, повторяю, вы можете посмотреть в ролике. А эти болезни медицина не лечит точно, навскидку, о себе и о ламинине, в этом плане отвлекаясь на 3 секунды. Сахарный диабет, щитовидная железа, любые опухоли, онкологию. В запущенной стадии единственный вариант, может не хватить времени, все остальное восстанавливается. Не потому, что это чудо или мы расписываем это чудо, таким вещам не спекулируют, а все дело в науке и в том, что 100 лет создавался данный удивительный продукт, который был изначально в 30-х годах еще Капустиным, нашим ученым российским, нацелен на излечение раковых заболеваний. И за эти остальные почти 100 лет он только усилил данную сторону. Поэтому уникальный продукт, предлагает здесь совесть абсолютно чиста. Из каких болезней он вытаскивает людей, животных,
я молчу, практически процентов на 97 изо всех. Он бы и на 100 вытаскивал, но Бога заменить природу нельзя. Все равно создание это искусственное, но при этом близко к панацее. Конечно, сейчас распространяется по всему миру семимильными шагами, зашел этот продукт официально во все страны Европы в этом году, а уж как она противилась, чтобы к ней на ее рынок подобные продукты заходили, вы сами понимаете. В результате, имея такой продукт в сетевой системе заработка, имея собственные заводы по производству данного продукта, мы в этой компании с данным маркетинговым планом гарантированно зарабатывали и будем зарабатывать много денег. Кто $500, кто работать не хочет, кто 50 тысяч сегодня зарабатывает и более. И этих людей вы узнаете, увидите в процессе работы. Это каждый день, прошу прощения, каждую неделю приходит сообщение, кто стал директором, там, золотым, бриллиантовым, кто сколько заработал, в каких странах мира очень много людей. Потому что продукт себя зарекомендовал только положительно, о нем нет плохих отзывов. С точки зрения восстановления здоровья это уникум. Это шанс, которым надо пользоваться и воспользоваться всем, кто страдает различными заболеваниями. Я, повторяю, за год наэкспериментировался, очень много знаю о нем и с научной, и с практической точки зрения. Мало того, я более 20 лет занимаюсь рекламой. Для меня сейчас не составляет труда пригласить человека любого, объяснить ему, потому что работаешь с нескольких позиций. С позиции правоты абсолютно, чистой совести, высококачественного продукта, который реально приносит пользу и громадную пользу всем больным. Он лечит, повторяю, то, что не лечит современная медицина. И последняя, далеко не маловажная составная часть данного проекта при его надежности, долгосрочности, развитии мощном, это очень серьезно нарастающий заработок. Вы можете не приглашать, не потому что не умеете. Я научу вас. Это, поверьте мне, абсолютно несложно. За 20 с лишним лет я вывел для себя очень короткую формулу, которой своих партнеров быстро обучаю. И тот, кто хочет работать, добивается серьезнейших результатов. Тот, кто не хочет работать, приглашает людей потихоньку по этой формуле. Люди заинтересованы много зарабатывать, они будут и изучать эту систему, чтобы ее применять на практике, и будут дополнительно искать новые варианты приглашений, чтобы много зарабатывать. А чем больше зарабатывают ваши партнеры, тем богаче вы. Таков принцип сетевой системы. Если вы лентяй, зарабатываете много, ничего не делая фактически. Но это образно выражаясь, потому что придется все равно работать, рассказывать людям, объяснять. Какой плюс здесь в начале? Здесь не нужно ничего знать, здесь есть ваш спонсор. Предположим, я. Вы приглашаете человека, который заинтересовался данной темой, сюда приходят только умные. Здесь просто не заболтать, потому что начинается все с того, как львиная доля дилетантов, в хорошем смысле этого слова, приходя в любые проекты, говорит о том, что я сначала попробую, а вот если мне поможет, вот тогда я горы сверну. Так начинает 90-95%. Единицы профессионалы работают от ума, от науки. А все остальные по общепринятой обычной дилетантской схеме. Так вот, этому человеку нужно объяснить хотя бы на первом этапе все плюсы и минусы данного проекта со всех сторон. С научной точки зрения, с точки зрения здоровья восстановления, с точки зрения заработка, маркетинга. И объяснить на пальцах, а не так, как объясняют на конференциях часами. И вот вы завтра придете, я вам снова продолжу и снова. Выходишь оттуда, ни хрена не понимаешь. Я объясняю все это на пальцах коротко, быстро, за минуты, точно так, как даю алгоритм работы в рекламном поле, в бесплатном рекламном поле, и бесплатно даю этот механизм за минуты. Научить писать ролики обязательно, работать в социальных сетях, не просто в Фейсбуке там, или ВКонтакте, это все уже каменный век. Существуют технологии, по которым я работаю, новейшие, и они распространяются по миру, как снежный ком. Я это все вам дам за считанные, повторяю, минуты, часы максимум. Это если вы много хотите знать. Все это бесплатно. Все эти программы бесплатны. Платные программы покупают профессионалы 1-2. Захотите, покажу, расскажу. Не хотите, бесплатного поля работы море. И вам хватит с головой. Работайте на здоровье. Не прыгайте с места на место. Не слушайте никого. Потому что прыгают в основном
И вы это знаете, жизнь это показала, неудачники. Ой, не получилось, я пойду сюда. Ой, в результате ни там, ни там, ни там. Вот. Прошли годы, я немножко самоустранился на год. Не ушел, конечно же, не ушел, а просто снизил очень сильно рекламную деятельность в ламинении того, что я сделал на первом году. На первых годах хватило надолго, а я год очень плотно, по 20 часов буквально занимался Ютубом. Там деньги есть, но там есть свои нюансы. Сложнейшие нюансы, благодаря которым или не благодаря которым я не захотел там оставаться, потому что там есть жестокая зависимость от хозяина, от Гугла. Нравится, он даст тебе. Не нравится, попадешь под раздачу. Случайную, это коротко, квинтэссенцию. Работаешь ли ты в правовом поле с авторским видео, или ты пират, безразлично, он убивает всех подряд. 100, 500 тысяч, миллион подписчиков, он тебя может убить в любую секунду. А потом ты доказываешь, не рыжий. Кто-то доказывает, кто-то плюет, открывает новый аккаунт, начинает сначала. Вот такая кухня. Что в ламинине непосредственно в этом проекте? Долгоживущий проект, прекрасно себя закомендовавший, это я подвожу уже, так сказать, итоги вышесказанного. Замечательный вид заработка с маркетинговым планом. Вы можете просто на одном приглашении зарабатывать $200-$300 с первого мгновения буквально. Можете зарабатывать 1000 только с приглашения, с одного. Все это абсолютно реально. Как? Я расскажу. Вы можете и обязаны создавать долгосрочную систему ваших партнеров, которые будут разрастаться в этом древе маркетинговом. Оттуда приходит со временем очень серьезная копейка. Десятки тысяч долларов стекается от подобной системы. В начале 1000, 2, 3, 5 долларов первые месяцы вы можете зарабатывать. И люди зарабатывают, и я зарабатываю, когда вы начинаете заниматься только приглашениями. То есть все дороги открыты. Я сознательно пока не упомянул о возможностях заработка людей, которые в силу каких-то причин не хотят заниматься приглашениями, принципиально не хотят, нет такого слова, не могут. Здесь нет проблем приглашать, повторяю, здесь нужно знать как, а я знаю как. Так вот, есть люди, которые в силу определенных причин принципиально не хотят заниматься приглашением. Бога ради, продавайте. Здесь есть на чем спокойно зарабатывать 1000-2000 долларов в месяц при условии определенной системы. Какая система? Расскажу. Тем, кто подпишется ко мне. Вот и все. Успех здесь гарантирован. Долгосрочность гарантирована. Качество продукта подтверждается не только годами приема во всем мире, но вот каждый год фирма выпускает дополнительно один продукт. И каждый продукт мы встречаем так с легким сомнением, ну разве можно сделать лучше, чем было в начале сам ламинин, универсальный продукт. Оказывается, если и не лучше, то параллельно великолепно. Действующий продукт, как выпустили за последние 2 года, первый год ламинин, второй год ламинин омега, третий год дигестив для желудочно-кишечного тракта и иммунную, для иммунной системы четвертый продукт. Ну, все великолепно. Я все пробовал, работает замечательно. Деньги здесь есть, уверенность в завтрашнем дне есть. Никто вас палкой не гонит. Если вы хотите, вы сами себе хозяин, работайте много, зарабатывайте много. Можно полгода вообще ничего не покупать. Но это невыгодно. Ну, можно, пожалуйста. Купил первый пакет, все право купил на всю жизнь. И потом добро пожаловать. Сиди полгода, приглашай. Будете потихонечку, по мере необходимости, по одному флакону покупать, когда это будет вам выгодно, не более того. Вот такая вот кухня. Добро пожаловать в мир стабильного заработка, в мир здоровья. Начать надо было бы. Я уже, видите, слава Богу, как говорится, или слава ламинину и Богу, слава Богу и ламинину. Вот, это здоровье восстановил, и поэтому уже, как говорится, думаю о заработке. И начал неверно, а надо начинать с того, что добро пожаловать в мир здоровья, затем мир заработка. А заработок стабильный для содержания семьи. Это, опять же, круг здоровья, круг хороших, здоровых нервов и счастливая семья.
До свидания, всего доброго, до новых встреч. Скайп я укажу в аннотации. Живу в интернете, обращайтесь в любое удобное для вас время. Если в данный момент не вызовете, бывает я сплю полчаса, час. Я вас сам наберу. До свидания, до новых встреч.